Сначала Пашка шел с матерью под дождем то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья. Шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и гадал, когда отопрут дверь в приемную. Молчи, детка, молчи. Давали Герасиму молока? Давали. Почему температура не записана? Нет, записана. Надежда Осиповна. И вчерашнее не записано. Только пьянствуйте, черт вас возьми. Вы сегодня пьяны, как сапожник. Где Надежда Осиповна? Скальпель. Не тот. Дайте из новых. Ну, скорее же. Вы, должно быть, забыли их внизу. Это не те. Я вам русским языком говорю. Дайте из новых. Впрочем, нет. Ступайте, проспитесь. От вас несет, как из кабака. Вы невменяемый. Какие же еще ножи вам надо? Я вам русским языком говорю, ступайте и проспитесь. Я не желаю разговаривать с пьяным. Вы можете только за дело с меня взыскивать. А если я, положим, выпивши, никто не имеет права мне указывать. Я же служу. Второго вам еще. Ведь служу. Вы где пропадаете? Почему вас нет на месте? Температура не записана, везде беспорядок. Фельдшер пьян, как сапожник. Вы спите до 12. Извольте себе искать другое место. Вы здесь больше не служите. Это же не помощники, это враги дела. Нет сил больше. Я уйду. Что? Григорий Иванович. Сами принимать будете? Или без вас прикажете? Хорошо, я сейчас. Хорошо, что я убежал, когда ударил его. Как будто бы я сконфузился или испугался. Гимназиста разыграл. Нехорошо. Очень нехорошо. Павел Галактионов.
Что болит? У него болячка на локте. Батюшка. Раздень его. Баб не в гости пришла. Что возишься? Ты не одна у меня тут. Экой ты пузо себе, брат, отрастил. Ну-ка, показывай локоть. Мам! Ну вот, женить пора баловника, а он мам. Бессовестный. Ну-ка, иди сюда. Иди, не бойся, иди, иди. Так. Сейчас. Пашка. Мы. Так. Хорошо. Тихо. Бить тебя, баба, да некому. Почему ж ты раньше-то не приходил? Рука-то ведь пропащая. Гляди-ка, вот гляди сюда. Это ведь сустав болит. Ну, вам же лучше знать, батюшка. Батюшка. Сгноила парню рука, теперь батюшка. Ну, какой же он работник-то без руки? У самой небось, если прыщ на носу вскочит, так сразу в больницу бежишь. А тут полгода парню руку гноила. Все вы такие. Ну да ладно. Мазями да каплями тут не поможешь. Его надо в больнице оставить. Если надо, то почему не оставить, батюшка? Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся. Мать пусть едет. А мы, брат, тут с тобой останемся. У меня, брат, хорошо. Разлюли малина. А вот, брат Пашка, мы с тобой как управимся, так пойдем чижей ловить. Слушай, я тебе живую лисицу покажу. А? Мы с тобой в гости вместе поедем. Хочешь? А мать за тобой завтра приедет. А? Как? Оставайся, детка. Остается. Тут толковать-то нечего. Я тебе, брат, живую лисицу покажу. Мы с тобой на ярмарку поедем за леденцами. А? Надежда Осиповна. Сведите мальчика наверх. Со мной, мне опасно, заболела жена. Экипаж со мной. Ох, боялся не застать вас, пока ехал, страдал с душой. Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Попчинский. Александр Семенович, вы знаете. Ну, поговорили мы, потом сели чай пить. И вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать.
Я уж и нашатырным спиртом, и виски тер, водой брызгал, лежит как мертвый. Я думаю, это аневризма. У нее отец умер. От аневризмы. Поедемте, доктор. Извините. Я не могу ехать. 5 минут назад у меня умер сын. Я приглашаю вас не зубы лечить, а спасать. Жизнь человеческая, доктор, это жизнь, это выше всякого личного горя. Ну, я прошу мужества, подвига, во имя человеколюбия. Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня, как странно ей было. Я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина. Сейчас вы говорите, у вас умер сын. Ну, а кому же так, не вам понять? Мой ужас. Далеко ехать? Что-то около 13-14 верст. У меня отличная лошадь, доктор. Даю вам слово, доставлю вас туда и обратно в 1 час. Это только 1 час. Послушайте, отпустите. Доктор, верьте мне. Я к вам приеду. Нет, позже. Верьте, я сумею. Я бы только к жене послать, ведь она одна в доме. Сумею оценить ваше великодушие, доктор. Час. Всего час. Затем только чтобы бежать. Шутом. С Лапчинским. Ушла. Обманула. К чему эта ложь? К чему этот грязный шулерский фокус? Это дьявольская змеиная игра. Зачем это? За что? Что я сделал? Вот. Позвольте. А где же больная? Да больная, это не больная, проклятая! Тьфу! Ведь каждый чего, кажется, не выдумал бы. Сам сатана. Услала меня за тем, чтобы бежать. С шутом Попчинским, с этим... С тупым! Клоуном Альфонсом. Лучше бы она умерла. Я не вынесу. Я не вынесу.
пожертвовал всем. Зачем? Всем. Зачем вы это мне говорите? Я не желаю слушать, я не желаю. Не нужны мне ваши пошлые тайны, черт бы их взял. Или вы что, думаете, что я недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого можно до конца оскорблять? Позвольте, что это значит? Низко и подло так играть с людьми. Вы зачем меня сюда привезли? Зачем? Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь, разыгрывая мелодрамы, то при чем здесь я? Позвольте. Что общего у меня с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, разрисуйтесь гуманными идеями, играйте, играйте на тромбонах, на контрабасах, но оставьте меня в покое! Не смейте глумиться над личностью, низко и подло так играть с людьми. Я понимаю, я врач. Вы считаете врачей и вообще рабочих своими лакеями, моветонами, ну и считайте. Но никто не давал вам права издеваться над человеком, у которого горе, превращать его в бутафорскую вещь. Как вы смеете говорить? Как вы, зная, что у меня горе, смели привести сюда раз и выслушивать пошлость? Кто вам дал право так глумиться, издеваться над человеческим горем? С ума сошли? Невеликодушно! Я сам глубоко несчастлив. Несчастлив. Не трогайте этого слова. Оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастен. Господи. Ничтожные люди. Милостивый государь, вы забываетесь. Люди. За такие слова бьют. Вот вам за ваши труды. Не смейте платить мне деньги. За оскорбление деньгами не платят. Послушайте, я оскорбил вас и должен понести наказание. Дуэли вы не признаете? Впрочем, я сам не признаю дуэли. Я оскорбил вас, и вы можете подать жалобу на меня мировому судье, и я понесу наказание. Но оставаться нам вместе тут нельзя. Кто-нибудь из нас, или я, или вы, должен уйти. Вот завтра же и подавайте прошение. А служить нам вместе нельзя, мы не можем. Вот завтра и подавайте. И подам.
Ну вот и прекрасно, вот и подавайте. И подам. Что же вы думаете, не подам? Подам. Не имеете права драться. Хлопотать по физиономии в конце 19 века. Дерутся только пьяные мужики. А вы образованные. Убирайтесь вон! Фельдшер, конечно, человек нехороший и вредный для дела. И за 3 года, что он служит, у меня накипело на душе. Но мой поступок не может быть ничем оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный. Виноват. И к тому же пьян. А я его начальник, прав и трезв. Значит, я сильнее. А во-вторых, я его ударил при людях, которые считают меня авторитетом. Господи, Господи, как глупо, как глупо. Неужели же я так мало образован, так мало знаю жизнь, что не могу решить даже этого простого вопроса? Одна, единственная дочь, напугала прошлую ночь, опомниться не могу. Не уезжайте, Бога ради. Себя чувствуете? Благодарю вас. Вы не спите. На дворе прекрасная погода, поют соловьи, весна. А вы сидите в потемках и о чем-то думаете. Часто это бывает с вами? Часто. Мне почти каждую ночь тяжело. Что с вами?
не знаю. Меня тут все беспокоит. Все. В вашем голосе мне послышалось какое-то участие. Мне почему-то сразу показалось, что с вами можно говорить обо всем. Говорите, прошу вас. Я хочу вам сказать свое мнение. Понимаете, у меня не болезнь. Просто я беспокоюсь, и мне страшно, потому что так должно. Иначе быть не может. Ну, посудите сами. И даже самый здоровый человек, когда у него под окнами ходит разбойник, он же ведь тоже беспокоится. Меня часто лечат. Я, конечно, не отрицаю пользу лечения. Я очень благодарна. Но мне сейчас хотелось бы поговорить не с доктором, а с другом, который бы мне сказал, права я или нет. У вас нет друзей? Нет. Я одинока. Конечно, у меня есть мать. Я очень люблю ее, но несмотря на это, я все равно одинока. Так жизнь сложилась. Одинокие, они же все мистики. Ну, жизнь кажется какой-то не такой, какой она есть, наверное. Они мало говорят, мало слышат. И они видят дьявола там, где его нет. Вы знаете, Тамара у Лермонтова, она ведь тоже видела дьявола. А вы много читаете? Много. Потому что у меня же все время свободно. Я днем читаю, по ночам голова какая-то пустая. Вместо мысли одни тени. А вы что-нибудь видите по ночам? Нет. Но я чувствую. Сказал, что она хочет говорить со мной. Говорить искренне. Что она думает так же, как и я. И ждет только, чтобы я заговорил. Мне было совершенно ясно, что ей нужно поскорее оставить фабрику. Оставить миллион, если он у нее есть. Оставить также и дьявола, который смотрит на нее. Было ясно, что она думает точно так же, только вот ждет, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это. Но как сказать? Как? У приговоренных людей нехорошо спрашивать, за что они приговорены. Точно так же и у очень богатых людей неловко спрашивать, зачем им нужно это богатство. Зачем им нужно столько денег? И почему они так дурно распоряжаются ими? Почему не оставляют их, если даже видят в этих деньгах все свое несчастье?
Вот вы в положении владелицы фабрики, богатой наследницы, недовольны. Не верите в свое право, и вот теперь не спите. Это, конечно же, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница. Как бы там ни было, это хороший признак. Ну, в самом деле, ну вот у родителей наших был бы немыслим такой разговор, какой у нас с вами. Они по ночам не разговаривали, а крепко спали. А мы же, наше поколение, дурно спим, маемся, много разговариваем. И все решаем вопрос, правы мы или нет. А вот у наших детей, у наших внуков, этот вопрос, правы мы или нет, будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая жизнь будет лет через 50. Вот жаль только, что мы с вами не дотянем. Интересно было бы взглянуть. А что же будут делать наши дети и внуки? Не знаю. Наверное, побросают все и уйдут. А куда уйдут? Куда? Да куда угодно. Да мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку. Да, вот. Однако уж солнце взошло. Так, вам спать. Спите себе спокойно. Я рад, что познакомился с вами. Вы славный, интересный человек. Ну вот. Хлеб-то где? Ну, зачем сожрал? Ну, с чем ты завтра чай будешь пить? Тетка, а где лисица? Какая? Живая.
Так а где же ей быть-то? В лесу. Спи. Тетка, а тетка? Ну что? А где доктор? Уж поздно на ярмарку ехать. Спи. Спи. Ну чего вы возитесь? Пойдем с кроватью, аль так? Да так, так, с кроватью здесь не пройдешь. Ну, господи, не вовремя человек умер, царство небесное. Ну и дурак, Пашка. А что, разве не дурак? Зачем бежать? Куда бежать? Ах. Бить тебя, да некому. Насилие во всех их видах. Моя святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода. Свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни проявлялись.